Всем привет, с вами ArxPlay, и мы продолжаем проходить игру Black Rainbow. So let's go. Интересно, где мы остановились? Я уже ничего не помню. Да, мы должны были сделать две ловушки. Очень интересная игра. Так, а как нам сделать еще одну ловушку? А, вот это вот что ли? Ага. Глаза. Так, подождите. Здесь что-то уже непонятно. Нужно подумать. Нам нужно найти еще и... Это Лиана. А зачем он это про Лиану сказал? Ага, и чё? Непонятно слегонца. В любом случае нужно найти какие-то вонючие глаза. Подождите, а где ловушка-то? Я не могу понять. А, всё. Так, Лиана, у нас есть еще какая-то доска, да? А вот этого предмета у нас... А, все есть, отлично, это бамбуковое говно. Окей, вот так, вот так. Вот. Ты справилась, теперь они для нас не опасны. Ага, поймали двух дебилов. Подожди-ка. А это что? У воина в клетке есть магическое перо. Перо мудреца. Его используют в различных обрядах. Древние легенды гласят, что с его помощью можно увидеть то, что не видно невооруженным глазом. А, забери это перо, оно волшебно. Типа, чтобы искать предметы. Как я понимаю. Так. Давайте посмотрим, что у них здесь еще есть интересного. А как его использовать? Ну-ка. А! Нет? Перо. Значит, надо вернуться будет нам назад. Здесь мы уже все сделали, да? Так, что же делать с этим пером? А куда вообще его класть надо? Странно. Это все очень странно. Но у нас еще есть. О! А здесь мы не были, смотрите. Опять глаз нету. Пустое гнездо для монетки. У нас нету монетки никакой. Так, подожди. О! О! Здание! О! Инструкция. У каждого копья есть пара. Уберите копии, нажимая на кнопки в виде треугольника в углах двери, чтобы полностью убранные копии не вернулись. А, его пару. А в чем сложность? Это что-то было изи-бризи. Так, мы можем зайти. О! О, мы обошли. Это монетка. Нам нужна была монетка, да. Потом что-то есть. О! Ха. А как нам убрать эту птичку тупую? И все. Здесь больше ничего интересного нету, да, как я понимаю?
Но мы нашли монетку. Еще, по-моему, сюда можно повернуть. О-о-о! О-о-о! Скипетр. Сундук заперт. Так, ну мы сейчас, наверное, его не откроем. Нужен ключ. Надо запоминать все это, елки-палки. Так, нам нужен будет еще ключ. О, это, может, сюда пойдет? Как убрать эту самую птицу тупую? Червячка не хочешь, убить ее нельзя. Почему мы не можем просто убрать и зарубить птичку? Птичка! Невеличка! Хватит тебя за и... ну, поняли. Так, у нас где-то... Да, вот здесь вот была фигня. Ой, матерь боже. И чем же? Чем же мне это помогло? Непонятно. Чем же нам это должно было помочь? В итоге появился какой-то обосранный посох. Обосранный посох. Ну-ка, подождите. Здесь нужны глаза. Да блин. Ладно, тогда делаем по-другому. А может этим дебилам дать надо? А, хотя он не активен, да? Ну-ка, если мы вернемся еще назад. И пойдем в эту тупую пещеру. Здесь мы уже... А, мы и здесь даже не были, офигеть. Мы даже здесь ничего не сделали. Капец, ну что делать-то, подождите. Ну-ка, а что, записка, может, помощь будет, нет, какая-нибудь? Все, короче, я заблудился, реально, я не понимаю, что делать. Не понимаю. Ну-ка, подождите, а зачем вот эти цвета поменяли? Что это за маразм? Перо это мудреца, и как его использовать? Так, ладно, надо будет сейчас нам подумать. Надо будет нам подумать. Так, и там еще есть тупая птица, да, нулевая. Здесь я проход открыл, это дерьмо я не могу открыть почему-то. Никак не открою. Сундук заперт. О! Ничего не понял, подождите. Применить птицу, да, как ее поймать? Ага. Вот так и думал, что это связано с этим вонючим червяком. Но все равно это фигня. Блин, ну это ничем мне не поможет. Еще одну статую воина нужна. Эй, ну чё? Я не понимать так. У нас еще осталась одна статуя воина, да? Хотя вообще никакого смысла от нее нет. Ну-ка, смотрите, а здесь 4 дебила. Почему у них какие-то скелеты странные, зеленые, красные? Так, подождите. Это все вниз, вверх. А, здесь можно переходы делать.
А, смотрите, да. О, это разные переходы, что ли? Блин, так, сейчас, секунду. Вот переход, да, а это что за переход? А, здесь мы были, да. Во, надо было сразу переходы включить, так удобнее, смотри. Все, да, здесь мы были. О, мы даже туда теперь не можем идти, потому что мы там все сделали, да? Во! Что-то мы нашли. Ну и чё? Вот видите, только из-за перехода все нужно было. И что мне с ним делать? Вопрос маленький. Это круглое углубление. Опять глаза надо найти. А, так, мы были за троном, да? Опять непонятно, что делать. Есть помощь, но не хочу я ее использовать, честно. Ну-ка, а если говно-то положить? У меня нету ничего круглого, и столько много. Статуя воина, она не круглая, она прямоугольная. Ну ладно, давайте сюда сходим. Здесь мы уже все прошарили. Кстати, да, с переходами вообще удобно. Привет, говно. Дальше мы здесь ничего уже не можем сделать, да, правильно я понимаю? Так, мы положили. А, еще здесь может что-нибудь получится. Так, подождите. Что-то все странно это. Не понимаю. Не понимаю. Вот и началась вся сложность в игре. Так, а что делать с этим обосранным посохом? В чем вообще прикол? Это круглое углубление, но у меня нету вообще ничего круглого. Ну-ка, подождите. Мы просрали два итема, да? У нас больше нечего делать. Нет? Так. Помогите мне кто-нибудь, я не понимаю, что делать. То есть мы просто положили сраный посох. Но здесь нам ничего не работает, все равно, да, пусто. Пусто, 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 пустота. Здесь тоже тупик. Так, назад нам смысла, наверное, идти нету сюда. Ну ты единственное место. Не понимаю. Нужно глаза взять, да? Взять глаза. И этот не открывается, сундук. Капец. Сколько нам еще предстоит геморроя? Так. Здесь вроде ничего такого особенного нет. Помощь заюзаем, да? Ну давайте, наверное, заюзаем помощь, чтобы не сидеть здесь годами. А я бы не додумался. А, я так и думал, что у меня алмаз один алмаз, их оказывается много. А теперь нужно типа крутить, да? Это было, да, это было прискорбно. О, вот это заява. О, а вот это что-то я не понимаю, каким
Как он так крутится, надо периодичность запомнить. Подождите, вот это, кстати, нелегко. Ну-ка, если мы вот так сделаем. Это какой-то кубик Рубик. А, если я сделаю так, он прокручивается. Или нужно пробовать просто в одну сторону крутить. Так, сейчас подождите. Нужно понять периодичность. Нет. Вот так. Так, ну-ка, блин, подождите еще раз. Давай в обратную сторону. Вот так. О, подошло. Вот, самый быстрый вариант, это просто наугад. Стали золотыми. Окей. О, все, все, да. Дальше мы уже сами разберемся. Понятно. Идем сюда. Ну-ка, подожди, что такое показалось. Теперь у нас есть 4 обосранные монетки. Опа. 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 Секретный проход богов. С ума сойти, только избранные могут его открыть. А у тебя получилось. Ты? А кто ты? Одна из избранных? Далее. Несомненно. Ведь ты только что открыла проход. Ты должна идти. Следуй своей судьбе, незнакомка. Я не посмею идти за тобой. Зато вот, держи, пригодится. Ожерелье говна. Обосранный скиптер, нормально. Так, мы нашли какой-то проход. Четыре статуи. Как мы знаем, у статуи нету... Что за место? Я никогда даже в легендах о нем не слышала. Да еще и Мвай сказал, что я избранная. И войти в эту пещеру моя судьба. Понятия не имею, о чем он болтает, но я разберусь, что тут происходит. Это статуя орла. Сразу прочекаем. Вот у нас какие-то 4 какашки. Это обратно, да? Это 4 стороны. Чувствую, здесь геморроя будет полно. Дорогое дитя, наконец ты здесь. Я уже долгое время жду тебя. В этом мире живет всего несколько избранных, но лишь один из них найдет свой путь. Мое имя Педро, и это мой дом. Знаю, все это кажется тебе странным, но темные силы уже совсем близко. Тебе придется многое узнать о себе, но сейчас ты должна продолжать свои поиски. Ты прислана богами, и твоя роль во всем этом является жизненно важной. Не так тяжело читать, когда она говорит, это вообще забейте. В одно ухо входит, изо рта выходит. Перебивает. Зло уже близко. Оно растет и порабощает племена одно за другим. В течение многих веков оно спало, но теперь пришло время для его возвращения. Да заколебала ты. Злые силы когда-то уничтожили народы майя, ацтеков и других, а сейчас идут за нами. На этот раз они не ограничатся одним народом. Злые силы хотят захватить весь мир, всю галактику. Никому не удастся спастись. Если этим темным силам удастся стать мощнее, то вскоре все живые существа в этом мире станут рабами. Однако, заколебало его. Теперь у нас есть ты, дорогое дитя. Видишь ли, какой бы силой ни обладало зло, добро всегда найдет способ ему противостоять. Ты крепость, ты меч, способный прокнуть сердце Тимы. Если по пути тебе попадется мое кольцо, принеси его мне. Оно, по-моему, есть. Да еще, Хелен. У меня есть сильный артефакт, который поможет тебе в твоих поисках. Вот только брать его можно лишь при помощи древней перчатки. Иначе нужно найти перчатку. Кольцо на тебе. В жопу засунь себе. В жопу засунь. Мое старое кольцо. Где? Ах!
Какое это имеет значение? Вот, в качестве моей благодарности возьми это. И еще, не стесняйся, бери в моей пещере все, что может понадобиться тебе, дитё. Скипизер бомжиги. Зачем он мне усрался? Я не знаю! О, сова. Так, сова, помоги мне. Я познакомилась с очень странным человеком, Арамлой. Она живет одна в этой подземной пещере. Пожилая мудрая женщина рассказала мне, что я избранная. Все еще не понимаю, что это значит, но я обязательно узнаю. Я нашла ее давно потерянное кольцо, а взамен она разрешила мне брать все, что угодно из ее пещеры. Типа она могла мне это запретить? Сразу бы взял свертухана, по щам бы и прописал двоечку, троечку, восьмерочку. Ну давайте глянем, что у нас... О, какая большая пещера. Как же здесь много. О, свечку скоммуниздил, нормально. Угу. О. Кстати, в той пещере, помните, там был сундук, не забывайте. Но это не он, это не тот ключ. Пила? Я же не пила. Семь круглых раз... И чё? Так, ещё опять какой-то замок обосранный, ладно. Опять обосранный замок. Опа! Треугольный медальон. У нас его, по-моему, нету. Значит, нужно найти треугольный медальон. Да дофига что нужно найти, ну-ка. Ладно, здесь мы все сделали, правильно я понимаю? Давайте свалим. У нас есть свечка зачем-то. Ты поможешь мне, нет? А, ключ от пианино. Мы что, будем играть на пианино? Видимо, да. На этом странном древнем пианино стоит фигурка совы. Может быть, здесь Арамула играла песенки своей сове? А, нам нужно как раз сыграть, да, сове будет. Возможно даже, что совсем это безумно нравилось. Возможно, да. Возможно даже, что сове это безумно нравилось. И она как-то по-особому на них реагировала. А, было бы забавно это увидеть. Вот только найти где-нибудь ноты. У нас есть ключ. Щипчики для бровей. Черепок обоссанный. Колесо пианино. Что как только инвентарь заполняется, автоматически открывается новое. Да пошла ж ты в жопу. Ладно, нет, все, я пошутил. Теперь у нас большой инвентарь. О! 7 драгоценных камней. Помните, да, мы сейчас находили золотой черепок. Давайте я сыграю сейчас на пианино. Так. Щипчики нужны. Сейчас я сыграю песню. Золотая чаша, золотая. Ох, вот тебе и нотная грамота. Я нашла какую-то подсказку. Должно быть, она связана с механизмом... Руина обнаружена мною ранее. Возможно, это поможет мне, когда придет время. Влево, влево, в жопу, жопа. Так, колесо на. Так. Ключик у меня где-то был. Окей. Вот эти много уже нашли разгадок. Надо будет всех собрать. Нотные грамоты. Плитка символ, да. А, нет, она одна. Ладно. Я не знаю, что играть. Не хочу. Ненавижу.
Пам-пам-пам. Лай, 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 лай. Лай, 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 лай. Лай, 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 лай. Лай, 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 лай. На, как же я хорош-то, а? Ладно. Все, фух, я не люблю эту фигню все запоминать. Мне память не такая уж хорошая, наверное. Давай сюда, мразь. Все, треугольник. Да-да, я знаю, для чего он. Им нужно потереть жопу. Для начала идем сюда, вставляем это говно. Потом идем. Уберись отсюда, быстро, уберись. Потом давайте возьмем, что оно здесь появилось. Плитка. Ого. Свечка моя. Я твой зайчик. О, она здесь остается, да? Прикольно. Еще с этой стороны у нас была шляпа, и мы нашли камни. Опять инструкция. Сколько же загадок. Нажимайте на разноцветные драгоценности, разноцветный цветок радуги. А я не помню. Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны. Так, да? Каждый. Каждый охотник. Прикиньте, неужели я это помню? Подожди. Это не цвета радуги. Стоп, а где желтый тогда, если цвета радуги? А где желтый? Это желтый? Каждый. Подождите. О, хотя я что-то угадал. А, вот он желтый, все, все. Прикиньте, я помню это с самого детства, когда мне лет 7 было. Каждый охотник... Это вот цвета радуги. Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны. То есть, К, каждый охотник, К красный, каждый охотник оранжевый желает желтый знать зеленый, где голубой сидят синие фазаны. Вот так вот. Ну давай. Шестеренка в жопу себе засунь ее. А, наверное, сюда нужна будет шестеренка. Нет, здесь нам нужны какие-то палки. Хотя, наверное, я знаю, где нужна шестеренка. Давайте мы сейчас вернемся в одно место старенькое, да? Пойдемте отсюда. Пещера эта очень большая. Здесь можно миллиарды лет находиться, а мы сейчас сходим вот сюда, вот. В то самое место. Так, Андон... Подождите, пусто. Стоп, стоп, стоп. А как она сказала крутить, надо крутить. Сначала надо что-то вставить? Ладно, знаешь, мы сюда ничего не вставим. Не, мы сюда рано пришли, короче, ладно, все, я понял. Так, у нас осталась еще минутка одна, и мы будем заканчивать. Поэтому пока мы не будем выходить из этой обосранной пещеры. Так, там у нас есть сундук, но нужен ключ. Потом еще есть какой-то проход, он там вот. Но мы его не можем открыть. Здесь нужны какие-то глаза, наверное. Нет.
Ну да, это логично было бы. Так. Давайте вернемся обратно. Оказалось. Ну, тогда нужно дальше изучать пещеру. Здесь еще места очень много. Здесь мы все забрали, да, как я понимаю. Здесь мы все полностью... А, нам все здесь... мы здесь еще не все сделали. Да, нужно найти эти вещи. Нужно найти эти вещи. Просто нужно, короче, идти дальше. Дальше, дальше. Каждый охотник желает знать... Мы все сыграли, да? Да, сова нам все дала. В жопу она пошла. Поэтому мы сейчас идем вот сюда вот, например, куда-нибудь. Я чуть не упал в озеро, мне очень холодно, я хочу есть. Постойте. Что там? Пожар? В жопу пожар. Здравствуй, дитя. Меня зовут Жопа. Слушай, а можешь помочь мне с приготовлением супа? Во-первых, мне нужно найти дрова. Их можно найти за пределами бездны. Ага, дрова нам нужны. Только что я повстречала еще одну старую каргу, живущую в этой огромной пещере. Похоже, ей тут комфортно. Она готовит суп или что-то вроде того. Должна признать, что пахнет он не очень, говнецом фанит. Женщина попросила меня помочь в приготовлении блюда. Сказала, что это будет что-то особенное, но доказать она это сможет только после того, как будут добавлены последние ингредиенты. Ну, в любом случае, всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео, подписывайтесь на канал. Всем пока!